spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена бюджетная безинерционная катушка с бейт-раннером. Она называется Magnum Carp Feeder, а производителем является компания Flagman. На данный момент в линейке это единственная модель размером 6000, весом 550 граммов и с передаточным числом равным 5,6:1. Давайте поближе ее рассмотрим. Magnum Carp Feeder выполнена в черных тонах и предназначается для различных видов донной ловли, в том числе и карповой. Корпус делается из пластика, который с одной стороны позволяет значительно облегчить конструкцию, а с другой сохранить достаточную надежность. Но несмотря на использование недорогих материалов, катушки обладают плавным ходом и ровной укладкой. Этому же способствует специальная балансировка ротора. Оснащается тремя подшипниками шарикового типа. Во избежание случайного проворачивания в обратном направлении применяется система антиреверса. Основная перфорированная шпуля изготавливается из алюминия и способна вместить 140 метров манофила диаметром 0,40 мм. Для крепления предусмотрена пластиковая клипса. Также отметим наличие ролика-лесоукладывателя с функцией противозакручивания. Фрикционный тормоз имеет переднее расположение. Как уже упоминалось, данная модель оснащается бейт-раннером. В задней части корпуса мы видим клавишу включения-выключения системы и регулятор, помогающий настроить то усилие, при котором рыба после поклевки не заметит сопротивления снасти. Внизу, позади ротора, расположен рычажок переключения реверса. В зависимости от его положения, ручка вращается либо исключительно в режиме намотки, либо в обоих направлениях. Сама рукоять выполнена из пластика, имеет противовес и оснащается Т-образным кнопом. При хранении или при транспортировке рекомендуем ее складывать, прижав к корпусу. Для этого необходимо ослабить противоположный винт. Также можно менять положение ручки с левой стороны на правую или наоборот. В комплектации Magnum Carp Feeder предусмотрено наличие еще одной шпули, однако она сделана из графита и имеет большую лесоемкость по сравнению с основной. Может использоваться как запасная или для намотки шнура с другими характеристиками. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.